Всем доброго времени суток. У нас 11-й денечек наших маленьких щеночков. Сейчас я тут притутулюсь рядом с ними. Ну и сегодня уже такое событие. Малыши начинают открывать глазки. Уже, думаю, завтра откроют. Застеснялся, прикрыл. Или скажи, я понять не могу, что это. Ой, а мамашка быстрее мыть. А тетушка помогать. Где второй у нас мальчишка, кабанишка? Вот он, вот какие глазки. Глазки такие. Мамочка, вон моет быстрее. А то вдруг грязненького мальчишку покажу, да? Донечка, да они у тебя самые чистые детки. Ты самая заботливая мамочка у нас. Вега от тебя всему-всему научится. Да, всему-всему. Она их тоже вылизывать пытается. Тетушка, заботушка. Ой, ты, Донечка, все. Вот он. Беляшек это наш. Наш беляшек, наш первый, кто родился. Первый мальчишечка. Ой, глазоньки уже открывает, на этот мир смотрят. Завтра точно уже совсем откроют. Да, малышики? Вот так что у нас вот такие вот новости на 11-й день. Уже прямо хочется, чтобы они и бегать стали шустренько. Конечно, когда начнут бегать, они же нас всех замучают. Но мы этого так ждем. Покажи свои глазки красивые. Ой, какой красавец такой, красавец. Прямо чудо-мальчишка. Вот она даже снимать не дает. Говорит, буду мыть. Да, чудо-мать ты. Это прямо не мать, а забота. А это чудо-тетушка. Так что вот такие у нас сегодня радостные новости. Малыши чувствуют себя отлично. Кушают хорошо, мамку сосут. Прям вообще у мамочки тоже аппетит отличный. Кушает хорошо. Все кушает. У детей стул отличный. Так что прямо все замечательно. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну вот, остальное расскажу и покажу вам все завтра. Всем хорошего вечера и, надеюсь, до новых встреч на нашем канале. Заходите, мы вам всегда всем очень и очень рады.